Остановленные ими мгновения столь прекрасны, сколь и интересны. В галерее «Образ» прошла церемония награждения лауреатов международного фотоконкурса «Надежда-2014». Чем удивили и порадовали юные дарования, расскажет Ирина Журавлева. Серия «Лето» родилась на отдыхе в Тульской области. Солнечная погода, яркие эмоции. Суметь увидеть и успеть запечатлеть – полдела. Самое сложное начинается потом. Не зря фотографию называют искусством отбора. Прежде всего были кадры, которые были технически исполнены. Вот это первый, наверное, первый круг отбора. Дальше отбирается цвет и что можно перевести в ЧБ. Вот, затем уже для того, чтобы закрыть серию, полностью создать необходимое количество работ, необходимо уменьшать. Соответственно, несколько кругов отбора для того, чтобы выбрать лучшее. То есть нужно, это процесс далеко не быстрый. Фотоконкурсу «Надежда» около 15 лет. Его идейный вдохновитель и организатор – руководитель старейшей калужской фотостудии «Улыбка» Виталий Гришаков. Начинался конкурс как областное мероприятие, потом получил статус межрегионального и в этом году, расширив географию, стал международным, приняв участники – творцов из Украины и Болгарии. Разные авторы, просто авторов как таковых – это редкость достаточно большая. А вот когда появляются уже мастера, это мастера, которые учат этих детей, учат авторов. Алексей, один из лауреатов, приехал на конкурс из Новой Ладоги. Из своих 14 лет фотографией занимается пятый год. Интереснее всего снимать людей. На конкурсе портреты его прабабушки и прадедушки. А в основном такие пожилые, старенькие, морщинистые. У них на лице какие-то такие эмоции, вот их хочется поснимать и это все запечатлеть, ну, показать уже другим людям, чтобы те уже задумались об этих. В рамках фотоконкурса проходили мастер-классы и лекции известных российских фотографов. Лауреатов много. 4 возрастные группы в 2 номинациях – арт и пресс-фотография. Всего же в экспозиции более 200 работ. Выставка продлится до 27 апреля. Ирина Журавлева, Леон Ким, телекомпания «Ника ТВ».